Дети вернулись домой. Сегодня из Казани спецрейсом на санитарном вертолете были доставлены бузулукские школьники, которые пострадали в ЧП 6 ноября на Казанской трассе. Напомню, учащиеся 8-9 классов бузулукской школы номер 1 возвращались с экскурсионной поездки. Автобус с детьми попал в ДТП под Новошишминском. В аварии пострадали 8 школьников. До сегодняшнего дня двое из них оставались в Республиканском детском медицинском центре Казани. Сегодня утром вертолет вместе с бригадой врачей-травматологов вылетел из областного центра в Казань, и уже к 4 часам вечера пострадавших детей доставили в Бузулук. На аэродроме школьников и их родителей встречали машины скорой помощи. Сейчас дети находятся в травматологическом отделении центральной городской больницы.